глазами, да не показывай свой нрав. Лучше объясни мне все словами, что не это, что не так. Если что-то было между нами, кроме пьяных шуток и забав, лучше разберемся в этом сами, но без крика и без драк. Ой, да мне пора уже в дорогу, надо бы пожитки собирать. На дорожку выпьем понемногу, за Россию еду воевать. Если не убьют, то слава Богу, я домой вернусь, всех благодать. Что-то я в душе твоей затрону, знаю точно, будешь ждать. Ты моя любимая, нам с тобою жить да жить. Ой, ты моя любимая, да как такую не любить. Ой, да на войне навоевался, мы врагов прогнали, восвоясь. Горюшка, я вдоволь нахлебался, а теперь домой перекрестясь. Ну, здравствуй, милая, родная, хватит слез да причитать. Обещал живым вернуть, друзья. Вот так вот подняли настроение. Действительно, захотелось так сразу вспомнился ансамбль песни и пляски Красной Армии, как вот зажигали тоже ребята. Что-то мне на ухо говорит режиссер. Ага, вот прислали, говорят, смс-сообщение, адресовано, видимо, вам. Но я пока что вот его не вижу. Поэтому давайте, друзья, поскольку время все-таки у нас уходит, давайте продолжим наш музыкальный вечер с новой музыкой, потому что ну, время-то, собственно, не резиновое, а у нас еще много хороших песен, и есть ребята, которые ждут своего часа для того, чтобы спеть для вас песни о войне и о тех, кто принимал в ней участие. Ребята, молодцы, с Днем Победы, майор запаса молотков поздравляет. О, всех Игорь! Привет, Игорь! Молодец, спасибо. Ну вот, теперь давайте к музыке. Город Печора с нами. Отлично. Печоре большой привет, но мы продолжаем. Да, следующая песня, мы бы хотели сыграть. Многие ее знают, «На братских могилах» называется, у Владимира Высоцкого. Мы ее немножко видим по-другому, как вот Владимир Высоцкий. И в своем варианте мы ее представим сейчас. Не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Ведь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной без
персональные судьбы, все судьбы в единую слиты. В вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Но разве от этого легче? Но разве от этого легче? Всем спасибо. Красивая композиция, друзья. Напоминаю, продолжается программа Jam Session. Сегодня весь прямой эфир посвящен предстоящему празднику 9 мая. И есть у нас телефонный звонок. Доброй ночи вам. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Виктория Чиж. Очень приятно. Такая музыкальная фамилия у вас. Я из Нижнего Одесса звоню. Приветствуем вас. Говорите. Ведущего знаю я. И хотела бы, конечно, всю республику Коми и всю Россию, если, конечно, это возможно, поздравить с Днем Победы, великим праздником. У меня в семье тоже были фронтовики, к сожалению, они не дожили до сего праздника. Моя бабушка умерла в свой святой праздник 9 мая, который только этот праздник она признавала, больше никакой. И случилось так, что она умерла именно в этот день. Но жизнь продолжается, и хотелось бы поздравить всех ветеранов, всех тружников тыла с этим великим праздником. Спасибо. Спасибо вам большое за ваши слова. Я надеюсь, что кто-нибудь из ветеранов, может быть, из тех людей, у кого рядышком они сейчас их слышал. Есть у нас еще звонок. Доброй ночи вам. Добрый вечер. Добрый вечер, еще можно говорить. Ага, да, в принципе. Добрый вечер, доброй ночи. Как вас зовут? Да, меня зовут Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, рада вас слышать. Откуда вы дозвонились? Я из Сыктывкара. Слушаем, говорите. Дело в том, что вашу передачу я смотрю довольно редко, но тут попала. Хочу сказать, в первую очередь, конечно, хочу всех поздравить. Поздравляйте. С праздником, да, всех с Днем Победы. И сказать огромное спасибо вот ребятам, которые вот спели вот эти песни. Честное слово, как бы я была поражена, что вот есть такие ребята. Спасибо им большое, что они поют такие песни. Низкий поклон. Низкий поклон им, да. Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок. Друзья, ну что ж, мы продолжаем. У нас совсем скоро появится в студии еще одни гости. Их будет становиться все больше и больше. Ну, а сейчас свою заключительную песню сегодня сыграет группа «Регион 11». Я помню, для вас она пела последние полчаса, даже больше, наверное. И, в общем-то, сейчас мы услышим от них тоже снова красивую композицию. Да, прежде чем мы споем, мы бы хотели еще раз поздравить всех ветеранов с этим великим праздником, 65 лет победы над фашистской Германией. Низкий поклон вам. И песня называется «Много ли, мало ли нас».